Лайк плюс подписка. Кстати, Китик, бери идею, где ты будешь играть в Roblox и смотреть всякие игры по Чикенгану. Я тебя услышал, бро. Сегодня мы поиграем в Чикенган в Роблоксе. Я уже написал в поиске Чикенган, и я вижу кучу разных игр Чикенган в Роблоксе. И мы начнем с вами по порядку. Самой первой игры Чикенган CTF. Погнали. Куда я, черт возьми, попал? Ха-ха! Что это такое? Почему какие-то звуки куриц непонятных? Это точно Чикенган. Что это? А-ха-ха! Охренеть, это что такое? Так, курица, а ну иди сюда. У меня есть оружие какие-то. Бам! Я ее взорвал, бедная курица. Лучше перейдем к следующей игре. Чала Хаус, Чикенган. Давайте зайдем сюда, и я надеюсь, это будет что-то более похожее на Чикенган. По крайней мере, здесь у нас картинка Чикенгана нормальная, поэтому погнали играть. Я запустился в игру, и я реально курица. Ребятки, посмотрите, это реально Чала Хаус. Это этот гараж, это эти дома, и это реально та самая карта, которую я строил в Майнкрафте. В этом режиме не было игроков, и там было скучно. Поэтому переходим дальше. Чикенган. 50% лайков у этой игры. Давайте посмотрим. Она стоит 25 робуксов. Вы серьезно? Фигушки тебе, разработчик этой игры. Следующая игра. Я заспавнился, и я свинка. Вот это прикол. Это та самая карта, посмотрите. Это карта Фордс. Как громко, жесть. А что с моей шляпой? Почему она двигается? Даже секретный спуск вниз есть. Мне это однозначно нравится. Я ставлю лайк этой игре. Следующая игра у нас какой-то нарисованный Чикенган. Так, куда я попал? Какие-то непонятные порталы или что это? Ну-ка, какие тут карты есть? Что за... Ну, ладно. Вау, вау, это Прото 07, это та карта, где я вызывал плачущую курицу. Карта реально похожа, даже есть унитаз, стиралка и вот эта вот раковина, прикольно. Лайк плюс подписка.